нас Диас Экстремистос. Я сейчас нахожусь непосредственно возле дома Че Гевары. Вот такой домик непритязательный, пламенного революционера. Так, вот здесь вот машина Че Гевары, я так думаю, не знаю, раз в музее стоит машина Че Гевары. А вон там с той стороны музей Че Гевары. Вот, туда можно сходить посмотреть. Мотоцикл его там, машина. Какие у меня мысли? То есть, ну, революционеры, все дела. Я вот думаю, кем бы я был, если бы сейчас вернулся в Россию под открытое уголовное дело. Кстати, 13 числа суд будет об избрании мне меры пресечения. Приветствую, товарищ судья. Приветствую, граждане-оперативники, следователь уважаемый. Значит, надо же было мне повестку вручить, все предупредить, объяснить. Но, тем не менее, интересно, по статье до 2 лет. Какую меру пресечения можно избрать человеку, который находится в Кубе и не собирается домой? Подписку о невыезде или арест и международный розыск? Вот мне вот очень интересно за обзор фильма «Сталинград и около футбола», который кто-то выложил на мою страницу. Ну, давайте серьезно подойдем к вопросу, подключим международные отношения и надавим на Кубу, снимем эмбарго продовольственное, там, техническое, все, начнем поставку сюда вооружения и автомобилей, и тогда выдадут меня с Кубы, естественно, и можно будет дать мне условный срок. Че Гевара, ла революсьон. Нахожусь в Перу. Хотел послать официальное объяснение, почему я не могу прибыть вот, с избранной мне мерой пресечения, почему не могу прибыть и дать показания. К сожалению, здесь не ходит никакой транспорт, здесь нет самолетов, здесь вот, ну, дикое место. Я залез на дерево, попытался оттуда отправить телефонограмму в Следственный комитет, но не получилось, поэтому... Как только здесь появится цивилизация и будет возможность, я сразу же прибуду для дачи объяснений. До новых встреч!